Так, я все еще на маршруте между монастырями Уванаванг и Сагмосаванг. Не могу не заснять этот интересный вот столбик. Церковь Святого Сурба Свацацин, высеченная в скале, 13 век. Где же тут скала? Не совсем понятно. Ну, не с этой стороны точно. Не с этой стороны точно. Вот еще раз показываю, на горизонте виден уже монастырь Сагмосаванг. А вот напротив, с другой стороны каньона, да, какая-то тут пещера. И туда ведет ход. Что интересно, возле нее находится, пасется корова. Может, об этом идет речь? Но точно не о москвиче, который здесь стоит. Непонятно. Так, это вообще непонятно, что он тут делает, но... все основано на доверии. Можно оставить машину, я так понимаю, абсолютно спокойно. Да, вернемся, значит, к этому делу. Охраняется государством церковь Сурб Асвацацин Святой Богородицы, высеченная в скале. Значит, вот скала, и там какой-то вход. Вон корова рядом со скалой. Куда ведет какая-то тропа? Ну, может, это то, непонятно. Да, интересные дела тут. Так, а монастырь уже вроде как совсем недалеко, но все равно еще километра 4 остается где-то. Даже с половиной. Так, иду дальше. Ну, не мог это не заснять. Вот такое вот что-то непонятное, что. Наверное, этот указатель показывает вот именно на эту вот пещеру, которая высечена в скале. Так, ладно. Идем вперед.